Всем привет, с вами При. Пришло время подробно поговорить о наградах идеала. Те награды, которые в текущий момент дают в виде сундучков за дополнительные 10 тысяч репутации. Собственно, при накоплении мы подходим к интенданту, получаем сундучок, вскрываем его и получаем весьма хорошее количество лута на самом деле. Я вот вскрыл такое недавно за седьмой легион с ним, очень быстро репутация прокачалась потому что локалочки поделал некоторые, сделал военную кампанию, которая доступна в текущий момент, и слутал весьма приличный кэш. 3744 золота, 500 ресурсов для войны, 20 медалей 7 легиона и 2500 силы артефакта для сердца Азерот. Это очень много на самом деле, это весьма достойная награда, так как в обычном режиме 10 тысяч будет очень долго накапливаться. И в принципе это вполне неплохо. Это хоть как-то будет подогревать желание людей ну, хоть что-то делать в этой игре. может получать что-нибудь интересное с этих сундуков. На самом деле касательно лута, скорее всего, уже есть какой-то список, просто у меня нету его на руках пока что, увы. Если он у вас есть, то я жду его в комментариях. Также. Для дополнительной репутации с какими-либо фракциями, которые нужны именно вам, не забудьте купить контракт. Контракт это итом, который крафтится начертателями, при этом он юзаться может хоть кем абсолютно и действует 7 дней для его использования нужно дружелюбие с определенной фракцией. Я покупаю старталанскими искателями для своего монаха с целью того, чтобы поскорее лутануть кулинарный рецепт для кровавого пира третьей звездочки и кровяной колбасы. Это очень вкусная, наверное, еда, но, по крайней мере, она полезная тем, что стат дает весьма неплохо, реагентов почти не требует, а при этом еще и не требует реагентов. Да. Это, пожалуй, самые главные такие факторы. Но падают эти рецепты с бонусных сундуков у тарталанов. Поэтому надо делать сейчас все локалочки на тарталанов, неважно, сила азерита, ресурсы, пет Баджи То есть я для себя выбрал фракцию, которую я буду усиленно прокачивать. Ну, это весьма неплохо, на самом деле, хоть какой-то новый контент в текущий момент есть. Не особо уж прям такой веселый, какой-то интересный. Да, однотипный, но сделать его нужно в текущий момент, чтобы крафтить больше еды. Все любят покушать. Думаю, я прав. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги. До скорого.